Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. Привет, друзья! Сегодня видео будет об очень интересной девушке Соне Эсман, которая очень такая известная в сети, в Ютубе. Она из Канады. У нее мама русская, и сегодня она приехала в Киев, в Украину. Я подписан на нее в Инстаграме и в шоке от того, что сейчас там творится. Она приехала, так понимаю, живет на Подоле в этом известном и очень крутом пятизвездочном отеле и гуляет по Киеву, и там комментарии просто зашкаливают. Сонечка, Сонечка, где ты? Напиши, мы хотим тебя увидеть, пожалуйста, ответь. Там, давай встретимся, у меня есть возможность организовать фан-встречу, мы дадим тебе место, аппаратуру. Это все так смешно, да, это круто, люди любят этого человека, но хочу, чтобы вы все понимали, не может быть все так просто. Не будут такие люди встречаться с вами, потому что у них другие желания и они заняты. Поймите правильно, что Соня будет гулять с теми людьми, которых она знает, которые ее пригласили. В Украине сейчас Ukrainian Fashion Week, и я думаю, она приехала по этому поводу. Будет встречаться с какими-то моделями, актрисами, певицами и так далее. Да, очень прикольно, что вы поклонники, что вы любите ее людей, но это нельзя до такой степени, реально нельзя до такой степени. Мы любим многих артистов, актеров, но так, чтобы до безумия. Поберегите себя, поберегите свои нервы, свою психику, потому что ну, так жить нельзя, реально. Друзья, вы же видели, сколько у нее подписчиков, сколько у нее просмотров и подписчиков на Ютубе. Она не может и не хочет и не будет встречаться с вами, потому что она боится за свою, я думаю, и безопасность, и на это у нее нет времени. Думает, люди приезжают в другую страну на 2-3 дня, и у них нет времени на это все. Она не едет с командой, это не какая-то там певица, да, попсовая певица, которая везет с собой там всю аппаратуру и имеет пресс-службу. Так что не расстраивайтесь, смотрите ее, любите ее, пишите комментарии, но не до такого там потери сознания. Будьте адекватными, будьте спокойными, при здравом уме и занимайтесь каким-то тоже интересным, приятным делом. Ищите себя в той работе, которая вам нравится, которой бы вы хотели заниматься, и независимо от того, сколько у вас денег есть. Известные вы, неизвестные вы. Но жизнь одна, просто так западать на этого человека, это ненормально. Блин, еще такой был случай, когда
блин, эти комментарии читаю, мне же интересно все-таки, что там люди пишут, может, какие-то интересные вещи. Но когда она сфотографировалась с шоколадкой Аленка, и ну, россияне начали говорить, что ошибка в шоколадке, что шоколадка Порошенко, Соня, захвати с собой каску и бронежилет. Ой, комедия, так смешно было читать. Реально. Я думаю, такие люди, они при здравом уме. Это и Соня до одного места, то, что пишут какие-то зомби, и так что сильно вы не парьтесь по этому поводу. Она адекватный человек и сама принимает решения. Она путешествует по всему миру, и чтобы каждого слушать, кто что там будет ляпать языком, нести такую чушь. Задумайтесь, друзья. Так что, друзья, берегите себя, берегите свои нервы, еще раз повторюсь. Не бегайте за известными людьми, не сходите с ума, потому что я уверен, если бы вы стали такими же известными, если бы вас так же любили, как бы вы ни хотели, как бы вы ни уважали вот своих зрителей, ну, вы не сможете уделять им столько внимания и времени, потому что ну, это реально невозможно. Это невозможно, это тяжело. Да это и неправильно, собственно говоря. Не судите, потому что если вы добьетесь такого успеха, вы все поймете сами. Я так думаю, по крайней мере. Да и другой у меня вопрос. Вот если бы вы с ней встретились, что бы вы обсуждали с этим человеком? Там комплименты, вот просто сказали бы комплименты, да? Спасибо, ты крутая, там у тебя классные шмотки, у тебя правильные и крутые мысли. И все. И все, что еще бы вы сказали. Ладно, не обижайтесь на меня, я просто высказываю свою точку зрения. У меня тоже есть такие люди, которые мне нравятся, да. Но поймите, для них это уже такое обычное дело. Это будний день слушать такие слова. Я думаю, они даже немного жестокие, потому что когда они приезжают на какую-то встречу, да, со своими поклонниками, то они уже знают, что будут говорить, они уже чувствуют, они уже в курсе, они уже наслышались, много и хорошего, и плохого. То есть они такие нейтральные и, я скажу так, хладнокровные. И мне нужны ваши подарки, мне нужны кошечки, там, мишки, цветочки. Я думаю, это уже такие люди, которые создали себя, у которых с финансами плюс-минус нормально, кто хочет больше, кто-то хочет меньше, но вот так. Что думаете вы? Напишите в комментарии. Мне кажется, будет много негативных отзывов, но почему бы и нет? Я что хочу, то и высказываю. Если вы дослушали до конца, спасибо вам. Пока-пока.